видео про Magic Tracks. Извините. И некоторое время буду говорить английские слова. Привет, мои друзья! Это Time Doom, и сегодня я делаю видео про Magic Tracks. Если мой русский не будет таким хорошим, извините, я просто живу уже в Америке, и мне проще говорить по-английски. Я иногда буду вставлять английские слова. И некоторое время я буду говорить английские слова, типа, извините, это просто так. Типа, вот сегодня у нас будет ревью на Magic Tracks. Это игрушка такая, и мы ее получили в Россе за 14.99. И, как я понимаю, эта машинка даже на вот этих ехать как-то. Треках, дорогах. Дорогах, и да, давайте откроем. Мой папа будет помогать. Магазин Росс – это магазин, в котором постоянно идут сейлы, распродажи. Это магазин сниженных цен. И цена этой игрушки была $20. Сейчас она стоит $14.99. Но эта цена чуть-чуть больше на кассе, потому что в Америке существует налог на продажу 10%. Поэтому она стоила где-то $16. Посмотрим, что внутри. Да, давай. О, офигеть. Вот это и наша машина, которая будет ехать на этой дороге. Блин, офигеть. Запечатана. А, она заклеена скотчем. Сейчас посмотрим. Нет? Ну, офигеть, они ее заложили. Она с трудом, но появляется. И вот и наша машина. Для нее нужны 3 батарейки. Так. Есть какая-то инструкция по сборке. Это там, сейчас мы это посмотрим. Вот и наша машинка. Что у нас дальше? Я просто показываю сейчас сторону. Вот и как джип. И потом внутри наша дорога. Мы имеем красную. Ну, офигеть, это много. Потом имеем еще там... Сейчас у нас выйдет. Мы имеем синюю. Мы имеем наклейки. Наклейки на тачку. Мы имеем зеленую. Еще, если вы не видели, здесь есть... Есть детали. Да. И они ночью будут... Да. Светиться в темноте. Да. Боже мой, дорога мягкая. Офигеть, она... Вот что она делает. Она как будто пластик, но... Ее можно по-разному строить. Она как будто пластик, только его взяли и положили в вагон там на 3 секунды. И сделали гибким. Но это специальные такие соединения. А вот это красное. Или розовая, я честно не могу понять. Розовая. Розовая. Ну, давай. Зеленая. Розовая. Зелененькая. Сейчас она клюет. И здесь... Если хотите, мой сын вам скажет, как эти цвета называются на английском языке. Вот это green. Так. Pink. Pink. И yellow. Yellow. И остался синий blue. Блок. И машинка какого цвета у нас? Сейчас. Она orange, light blue. Orange там совсем маленькая. Blue. Основной цвет ее какой? Синий. Синий по-английски? Blue. Blue. Но это вот этот у нас blue. Это более light blue. Light blue. Вот это более dark blue. Dark blue. Окей. Мы распечатали. Теперь у нас есть... Наклейки, которые мы можем положить. Это стикеры, да? Да. Так, у нас есть дорога, у нас есть машина. Сейчас мы пойдем возьмем батарейки, все это соберем и покажем, как это работает. Да. Let's go. И пока папочка получит наклейки, мы просто посмотрим.
Вау! Мы просто посмотрим, как можно наклейки. Типа вот есть flames с огнем, где есть, ну вот это мы можем положить. У нас есть lightning bolts, lightning, вот. И потом мы имеем numbers and helmets. Вот здесь наши головки, и здесь это, где номер? Вот здесь номера. И потом ты можешь просто наклеить, я думаю, я на нашу машину, скорее всего, это наклею прямо впереди, 100%, потому что это очень смешно. Здесь есть флаги, здесь есть все, что тебе надо. Я очень, вот мне вот, не вот эти очень сильно нравятся, а вот эти они классные. В общем, ты решил прокачать эту гонку. Да. Здесь есть dark blue и red, красные и синие, наклейки, и потом здесь есть линии, и... О, вау, я это вообще не заметил. Здесь есть бампера. Номера. Номера, да. License plate. Ну. Ну что, пойдем собирать и потом вернемся? Да. Типа, мы увидимся, когда мы вот это все заберем. И вот мы, друзья, построили наш трак. Вот здесь мы имеем кубики, где я вот сейчас покажу, мы имеем кучку их. Вот это кубики, которые мы использовали, чтобы препятствия сделать. Как горочки. И вот это как мы решили нашу машинку сделать. Там два классных водителя. Да, очень красивый. Вот здесь. И это. Мне нравится, как они решили наклейки сделать. И потом здесь есть кнопка. И вот она поехала. И окей, мы это... это был большой фейл. Я не знаю, почему это там так случилось. Давайте мы вот так. Не то время, даже когда все выйдет, что все сработает, не то время оно не будет. Бывают очень... ошибки. Но. Мы заменим препятствие, сделаем его более мягким. Да. И она даже светиться может. И... что же такое? Что-то пошло не так. Да, вот она едет. Окей, давайте уменьшим количество препятствий. Да, потому что нормально. Поехали. Окей, этой машинке сейчас нам нравится, блин. Ей не нравится ехать по дороге, она хочет ехать по бездорожью. Вау! Целый круг. Почти страсти два. Разгораются. Идем на второй. Что же она делает? Куда же она гонится? Да, сейчас мы идем. Бам. Усложняем дорогу. И... куда? Куда она поехала? Держи. Поехали за ней. Куда ты поехала, ты мелкая? И идем обратно. Итак, продолжаем испытание очень гоночного. Готовы мы, инженер? Автоса. Сделали супер трамплин. Для трамплина возьмем большой разгон. Мы готовы? Го! Блин, я все время держу эту кнопку. О, офигеть, она прямо подпрыгнула. Денис, это какой-то монстр трак. Сейчас мы сделаем трамплин еще больше. И машинка. Запускай, справиться с этим препятствием. Это будет невероятное испытание. Вау! Как? Она сделала это. Это давайте машинка. Добавим. Вот как ты... давайте добавим. Антош, не вот останавливайся. Здесь... а, ты хочешь сказать? Ну, вот здесь она имеет две lights. Lights, сзади это один. Свет, лампочка. Свет, лампочка, да. Да. И потом вроде где-то еще там внутри она имеет.
Ну так включи и посмотри. Ну. Окей, она имеет одну капоте, две впереди. И, как я понимаю, две сзади? Да. Ва, ну это машинка. Трамплин готов. О, это будет офигеть. И я в шоке. О, она почти обратно на дорогу. Это просто офигеть. Проходит все препятствия. Вы то видели, мои друзья? Она прям почти колесо не докинула. Ну давай. И поехали. Такая незатейливая гонка, которую можно по-разному направлять и отправлять. Дорогу можно собрать в любой конфигурации, возьмем ты, отходите. Сделаем то, что вид, как будто ты на квадрокоптере взлетаешь. И мы взлетаем, мои друзья. Съемки с квадрокоптера. Сейчас мы взлетим на квадрокоптером. Квадрокоптер взлетает. И снимает сверху. Вот это панорама, вот это трек. Это супер гонка. Что она делает? Это какое-то безумство. Безумный Макс гонщик. Оно просто едет. Держи. Я иду, мои друзья. Прямо у нее неоновые огни везде горят. Ну что, наверное... Да? Будем закрывать этот обзор? Да. И строить новые препятствия? Ну, типа, люди, это уже конец, как вы поняли. Если вам это видео понравилось, положите лайк. Или, если вы хотите, чтобы мы построили еще одно препятствие, то или как вы хотите, просто в комментах напишите. И subscribe. И увидимся в другом. Пока!
что вы не